Скажи, кто твой настоящий отец? Отец? Ты бьешь по больному, я же сирота. Кто из вас съел королевский торт? Ты его съел? Нет, ваше величество. Ты съел? Нет, ваше величество. Ты его съел? Нет, ваше величество. Гетеросексуальные, а твоя пара родственники. Так, ладно, говорил. Давай спросим кого-нибудь другого, какая пара лучше. Вот ты. Какая пара лучше, ее или моя? Ну, я вообще другую шиперю. И кто-то шиперит? Ну, спасибо, что по больному проехались. Давайте еще. По ним никто не пишет фанфиков, по ним никто не рисует артов. Никому они не интересны, кроме меня. Да ладно, не так уж наплевать, я видела по ней много фанфиков целых. Два. О, Боже мой! Господи! Я просто гений! Что это? Не понимаешь, Брайан? Мое устройство сработало. Оно создало моего злого клона. Не кричи и не смущай меня. Просто скажи, когда будешь напугана. Я живу в кошмаре 19 лет. Это как съесть пирожное. Я думала, ты любишь меня. Ну да, пупсик, люби. Но воздержание помогает открывать в себе новые грани. О, какие клевые коньки. Катайся на них осторожнее, а то упадешь и ногу сломаешь. Это смешно, очень смешно. Хлопаю двумя руками. Я очень-очень тронут этим. А как насчет стоячей овации? Помиловать. Казнить. Лучше напишу казнить. Это короче. Бургер наш будет насыщенный и пиздатый. В общем, приступаем к дегустации. Блять, заебись! Иногда ходят рядом, сука! Они ебутся, как вы не понимаете! Такая же редкость, как увидеть среди ночи на улице человека с кляпом во рту. Что для тебя это такая редкость? Да видишь ли, рубить с плеча не так уж безопасно. Рубить с плеча? Да разве я когда-нибудь рубила с плеча? Никогда. Я рубила головы с плеч, а не с плеча. Это каламбур. Получается, люди общаются, трогая друг друга за жопу?